«Три шага во времени». Под таким названием в Ивановском художественном музее открылась выставка московского скульптора и графика Владимира Бабина. Горожанам его творчество знакомо по бронзовой скульптуре Любава, установленной перед фасадом музея. На выставке все грани таланта автора, всего 90 картин и объемных работ. Особый смысл в каждой. Здесь представлены работы трех больших периодов. Начального, Строгановского, когда еще и после Строгановского. Затем уже свободное, так сказать, плавание и работа в разных направлениях, в разных материалах. В скульптуре художнику одинаково хорошо удается и крупная форма, и камерная пластика. В каждой работе все продумано до мельчайших деталей. Большинство скульптур из бронзы, есть также керамика и металл. В экспозиции можно увидеть фигуры языческих идолов, изящные женские образы. Несколько изваяний автор посвятил христианскому культу. Графику Владимира Бабина нельзя рассматривать в связке со скульптурой, поясняют искусствоведы. Это отдельное, удивительное направление его работы. Графика очень интересна. Она, наверное, нас отсылает к началу 20 века, к эпохе модерна. Здесь есть смешение стилей, здесь есть что-то декоративное от модерна, что-то врубелевское. И в то же время здесь есть экспрессия, драматизм, напряженность. По словам сотрудников музея, столь масштабная выставка проходит в городе впервые. Экспозиция будет открыта в течение месяца. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.